саженцы розы Кроун Принцесс Маргарета относятся к устойчивым перед морозами, вредителями и болезнями плетистым сортам. Высаживают их на солнечные участки. Почва для саженцев розы Кроун Принцесс Маргарета подходит с любым составом. Время посадки – май, июль, октябрь. Крупномеры розы Кроун Принцесс Маргарета в высоту достигают от 150 до 180 см. Ширина кустика до 80 см. Цветочки в диаметре до 12 см. Имеют махровую структуру и окрашены в оранжевый оттенок. Собираются они в крупные, пышные соцветия. Аромат ярко выраженный. Используют этот сорт для создания высоких цветников, рабаток и вертикального озеленения участка. Роза кустовая Кроун Принцесса Маргария – это кустарники высотой от 150 до 180 см с типом роста, высокорослый, диаметром от 120 до 150 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Аромат у цветов сильный, окраска цветка оранжево-желтый. Размер цветка этого прекрасного растения достигает от 10 до 12 см. Летом листва зеленая, осенью листва зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Розу кустовую Кроун Принцесса Маргария создал Остен Ака. Годом создания растения считается 1999.